Уважаемые друзья, приветствуем вас на изучении урока субботней школы с Заокским университетом. Сегодня мы изучаем очередной урок, шестой урок, который называется «Подвязаюсь силу его». Мы вместе с моими коллегами, преподавателями Заокского университета, будем изучать и разбирать этот урок. В основе нашей темы лежит Памятный текст из послания апостола Павла Колоссам, 1 глава, 29 текст. Послушаем. «Для чего я и тружусь, и подвязаю силою Его, действующей во мне могущественно». Спасибо. Апостол Павел говорит о себе, о своей жизни, и, обратим внимание, он говорит об активной жизни. Здесь используется такое слово, как Копиао, что означает трудиться. А если точнее посмотреть, то трудиться с изнемождением, трудиться усердно. И на самом деле апостол Павел сам прикладывал немало труда и призывал христиан быть активными в их христианской и духовной жизни. Сам Иисус Христос, когда был на этой земле, призывал своих слушателей, учил своих учеников и народ следовать за ним, исполнять его волю, как он исполнял волю отца. И когда он уходил с этой земли, он говорил о том, что он оставит Дух Святой, пошлет Святой Дух. И я думаю, что будет хорошо для нас сегодня обратиться к тексту священного Писания и прочесть отрывок Евангелия от Иоанна, 16 главу с 5 по 15 тексты. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. А когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Иисус Христос говорит о том, что все небо, все божество заинтересовано в благополучии людей. И Бог, и Иисус Христос, и Дух Святой помогают жителям этой земли жить духовной жизнью. И вот примечательно обратиться к этому тексту и посмотреть, что говорит Иисус Христос? Что именно Он говорит? О какой роли Святого Духа говорит здесь Иисус Христос? Ну, вот здесь Он говорит о том, что Дух Святой возьмет от Меня и возвестит Вам, да? То есть Дух Святой выступает как бы в, нек... в каком-то моменте как посредник да? между, скажем, Богом, между Иисусом Христом и человеком, да? Его задача Духа Святого обличать, наставлять, поддерживать, да, то есть обучать. То есть по сути дела сейчас у Духа Святого основная такая вот наста наставляющая, да, то есть служение вот, в, в человеке и для человека. Ну вот здесь еще также подчеркивается, что э, утешитель придет, uh -huh. да? а, как мы знаем греческое слово «параклетос», то есть утешающий, тот, кто дает утешение. И вот здесь как раз-таки в этом тексте хорошо показана работа Святого Духа. И в наших обстоятельствах, испытаниях, страданиях, переживаниях он не только учит, да, не только затрагивает когнитивный аспект, но также и оказывает влияние на наши чувства. Помогает нам утешиться, помогает нам... Успокоиться, исцелиться. Вот. Угу. Еще бы я добавила, что Дух Святой меняет наше сознание, обличит. То есть, как можно получить обличение, если не поменялось твое сознание? Это говорит о том, что Дух Святой обладает силой менять сознание человека. То есть человек начинает понимать, что такое правда, что такое угу. грех, что такое суд и что такое правда. Угу. Пожалуй. Важно обратить еще на одну особенность действия и влияния Святого Духа. Как вы скажете, а насколько в своем влиянии и действии Дух Святой настойчив? Но его действие постоянно, вот так бы можно сказать, то есть как вот я не знаю течение какой-нибудь а, там напряжение в сети, да, то есть оно всегда присутствует стоит только розетку э, э, подключить вилку к розетку, да, как у нас что-то там лампочка загорится, что-то заработает. Э, так и влияние Святого Духа, да, то есть оно постоянно в человеке, оно с, он с человеком, да, то есть он работает через совесть, он, он внутри, по сути дела, человека влияет на него, на его чувства, на его разум. Вот, поэтому если человек, в общем-то, окажется без Святого Духа, то его, скажем так, падение будет очень быстро. То есть одна из проблем, почему можно не ощущать или не принимать утешение, исцеление Духа Святого, если человек только лишь отвергает, не желает этого участия. А, как правильно вот заметил Юрий Михайлович, да, действительно, Дух Святой постоянно присутствует с нами. Да, и вот в этом, скажем, был секрет того, что хотел Иисус сказать ученикам, что я уйду, меня не будет, но дух истины будет пребывать с вами. То есть вот в том, что нужно будет пережить апостолам, церкви, они не будут одиноки, они не будут оставлены. И постоянно, потому что, я думаю, почему Дух Святой постоянно трудится, потому что цель Отца Небесного, Духа Святого Иисуса, чтобы спасать мир. Мы знаем, что в мире происходит борьба, и человек находится на поле Брани. За него борется Дух Святой, и за него борется Дух Сатаны, вот. И эта борьба она постоянна, и так как борьба постоянна, она не останавливается, то и работа Духа Святого она не останавливается. Угу. Удивительная природа Святого Духа и его действия. Да, с одной стороны, он постоянно действует и влияет на, на человека, а вот с другой стороны, что можно сказать в отношении принуждения? Заставляет ли, принуждает ли дух святой человека? Ну, принуждение, мне кажется, вообще не в характере Божьем, да, то есть а в Конечно. убеждении, наверное, вот лучше это слово использовать. То есть человек встает перед определенными выборами в жизни, да, то есть все равно он понимает, что добро, что зло. И в зависимости от этих выборов, то есть и складывается так и жизнь человека, да, то есть Бог хочет показать через Духа Святого, да, а, собственно говоря, если ты выбираешь истину, то жизнь твоя будет совершенно по-другому, нежели если ты выберешь грех, да, и вот это влияние, вот это вот присутствие Духа Святого, его же мысли, да, которые в человеке появляются, они, мне кажется, идут постоянно. Дух Святой ⁇ это личность, да, и поэтому... И так как это, э, личность это божество, а мы знаем, что э, Богу присущая свобода выбора. По Священному Писанию мы видим, да, что Дух Святой э, также он действует как тихое веяние ветра. Он не заставляет, он открывает, он любовью побуждает человека поверить. Дух Святой и свобода выбора это одно общее, одинаковое да, сила. Да, совершенно верно. При всем том, что Дух Святой настойчив и действует постоянно, при этом Дух Святой никогда не принуждает человека. Выбор и решение остается за человеком. И порой бывает так, что греховный человек, скажем так, ограничивает влияние и действие Святого Духа. Таким образом, говоря о природе Бога и в том числе Святого Духа, здесь мы видим роль Святого Духа. И в то же самое время роль человека. Мы видим, что должно быть некое сотрудничество между Богом и между человеком в деле спасения. Что можно сказать вот об этом взаимодействии, об этом сотрудничестве человека с Богом? Дело в том, что Бог создал человека как храм, где будет обитать Дух Святой. И Именно это качество и свобода, которую Бог позволил э, человеку приглашать Духа Святого к себе. То есть человек обладает свободой выбора, пригласить Духа Святого к себе, и чтобы он был э, тем храмом, где бы обитал Дух Святой, или не приглашать. И если ты приглашаешь, то ты уже сотрудничаешь с Богом, потому что Он будет менять твое сердце, твой разум, твои поступки. Ну, наверное, нужно. Э -э Уточнить, что да, Бог создал человека свободным, Он дал ему волю, что отличает человека от всего остального тварного мира, но мы знаем, что вследствие греха э, эта воля была ослаблена, она была искажена. В некоторых случаях и в большинстве своем, наверное, мы э, не вполне можем управлять и своими эмоциями. да, и своими какими-то волевыми э, действиями. Поэтому э, вот в этом случае очень важна э, помощь, присутствие и влияние Духа Святого. Как раз-таки то, что Он может э, совершить, это влиять на наше сознание, влиять на нашу волю, помогать нашей воле э, или принимать правильные решения, или сопротивляться чему-то э, неугодному Богу. Но говоря о сотрудничестве Бога и человека, вот что можно сказать? Где роль Божья? В чем роль Бога, а в чем роль человека? Как происходит это взаимодействие? Ну, вот первый приходит к человеку Господь, да. То есть Господь принес человеку закон да, на горе Синай а через Моисея народ Божий обрел понимание истины. Так же ведь. Иисус, придя, говорил с людьми, и он отдал откровение там, на горную проповедь. Правда же ведь? То есть получается, что Бог объясняет духовность, Бог объясняет истину, Бог показывает истину. Но истина не находится внутри человека. Она как бы снаружи, да, и Бог как бы открывает ее для человека. А что же человек? Человек, читает теперь священное писание да, о законе, Читая Нагорную проповедь о том, что значит, ну, как сказать, быть блаженным, счастливым и так далее, он или откликается на вот эту истину, да, откликается на зов Божий, или он сопротивляется этому. А если человек откликается, вот здесь есть сотрудничество. Я понимаю, что от меня зависит, я понимаю, что я должен делать, я понимаю свое предназначение, я понимаю все вызовы этого мира, да, которые в котором я живу. И если я иду этим избранным путем, то получается вот здесь и есть сотрудничество Бога и человека. Бог, Господь будет помогать через влияние да. духа. Вот интересно, в книге «Путь ко Христу» автор э, очень хорошо описывает этот процесс взаимодействия Бога и человека или Духа Божьего и человека на уровне, на уровне сознания, на уровне его воли. То есть когда э, вот э, в одной из глав описывается, что… Иногда мы не можем сдерживать свои обещания Иногда наши желания, они не подвластны нам И вот здесь важно понять роль воли да? И роль Божью То, что от человека зависит и что от Бога То есть задача человека или способность человека Это отдать свою волю Или принять решение быть на стороне Бога Позволить Богу действовать во мне и а Бог со своей стороны и как вот мы тоже читаем в нашем памятном тексте, да, а Бог действует во мне могущественно. То есть Бог совершает могущество тогда, когда я позволяю ему это, когда я открыт для него, когда я доступен. И мы сказали, что Бог не навязывает свою силу, не навязывает свою волю. Здесь хорошо было бы вспомнить Еву, когда Ева подошла к дереву познания добра и зла, вот, то что сделал Сатана, он посеял сомнения в ее разуме, и как только он посеял сомнения в ее разуме, он получил право господствовать над ее разумом и волей, то есть позволяя сомнениям возникать в нашем разуме, мы позволяем Сатане в... Волновать наши чувства <laughs> заставлять нас сомневаться в Божьей силе, в Божьем водительстве. Да? Вот. Поэтому э, здесь, э, как Кимиль Кимилич сказал, разум играет огромную роль в сотрудничестве с Духом Святым, потому что наша задача делать все со своей стороны, чтобы мы укреплялись в вере в Бога. А укрепиться можно, читая Священное Писание, объединяясь вместе с братьями и сестрами, поддерживая друг друга в этой вере. Молиться, молиться друг за друга. Вот. В этом случае ты сотрудничаешь, потому что ты позволяешь разуму своему укрепляться в вере То в Бога. То есть через эти инструменты, через да. эти действия Господь действует на нас. Да. И что важно, разум обладает способностью управлять волей. Поэтому и воля управляет разумом. Это все, конечно, взаимосвязано. Но для того, чтобы разум был под влиянием Духа Святого, вот, нужно, воля должна проявлять усилия, заставлять себя иногда в таких случаях, когда ты не хочешь ну, брать Библию, читать, молиться. То да, есть верно. волю нужно проявлять в этом случае. Когда мы говорим о взаимодействии и сотрудничестве uh -huh. Бога и человека, в Священном Писании используются такие понятия, как оправдание и освящение. С одной стороны, Господь, со своей стороны, что делает? Он искупил нас и оправдал нас. С нашей стороны, мы проходим процесс освящения. Снова-таки Господь участвует и в одном, и в другом процессе. На протяжении всей нашей жизни проходит вот этот процесс освящения. И в Священном Писании, особенно в посланиях, мы находим, как апостолы описывают, как на протяжении всей христианской жизни проходит вот этот непростой процесс освещение жизни христианина. Но ну, освещение тоже проходит под непосредственным управлением Святого Духа. Да? <священие> Что такое освещение? Да? То есть это преобразование личности. Да. Мы преобразовываемся, как пишет, изменяемся, как пишет апостол Павел, да? взирая на славу Господню, uh -huh. да? как от славы к славу. Да? То есть человек <священие> более послушный да? влиянию Бога, влиянию Святого Духа. Он и изменяется, то есть вот этот процесс освещения mm -hmm. в нем происходит mm -hmm. все больше больше и больше и больше. А, ну вот если остановит свое влияние Святой Дух, то, мне кажется, то есть не, и духовная не, жизнь остановится у человека. Не силой воли, не силой разума невозможно совершить то преобразование, которое возможно только Богу совершить у нас, да, исправить вот то, что было искажено грехом. Да. То есть Дух Святой восстанавливает в человеке образ Божий, и Дух Святой делает в человеке то, что сам человек сделать не может. Абсолютно. Абсолютно. И вот здесь у нас есть большая иллюзия, что мы многое можем. Да, да? Есть, Вот я сейчас вот соберусь, соберу свою волю в кулак, я не буду грешить, да, то есть я чего-то не буду делать. А, может быть, да, и получится какое-то время себя сдерживать внешне. А потом Это, вдруг что-то да. происходит меняется обстоятельство жизни, и вот это все, что я там сдерживал внутри, оно вдруг прорывается с такой силой, и человек впадает в такие грехи, и потом все разводит руками. Как так? Такой духовный человек какие mm -hmm. вещи делает? Почему? Что случилось? Mm -hmm. Все только потому, что, может быть, это мы своей силой пытались себя же изменить, но не силой Бога. Вот здесь вот от человека, что зависит от человека? Отклик. Mm -hmm. Да? Отклик. И постоянно видеть, сверять свой путь, свои мысли, свои поступки с истиной, как она открыта в Священном Писании, в Нагорной проповеди. Мы же понимаем, что есть духовное, мы же понимаем, что есть истина. Ну и если мы пытаемся, молимся об этом жить, да, таким образом, что-то с нами происходит. Очень важно дисциплинировать свою волю. И, конечно же, человеку одному это не под силу потому что он должен подчинить свою волю Господу. Волю Божию, Когда мы читаем Евангелие, мы находим опыт Иисуса Христа. Вот уже было сказано, что очень важно дисциплинировать себя и свою волю. А вот когда мы оказываемся в непростых обстоятельствах, да, Священное Писание их называет как «искушение». Вот… В Евангелиях мы читаем об Иисусе Христе. Вот как Иисус Христос, оказавшись в пустыне, смог преодолеть а, неимоверные искушения. Пожалуй, мы можем научиться многому у него. Но И... мне кажется, Ах... вот здесь, если мы говорим об искушениях Иисуса в пустыне, да, то, наверное, они в его случае будут другими, чем у нас но мы тут вот иногда можем говорить, что это вот искушение аппетитом, да, то есть сильно хотел Иисус кушать, да, а и вот ему лукавый предлагает, если ты сын Божий, то пусть эти камни сделаются хлебами, да, то есть вроде как бы вот преодоление аппетита, да, то есть, но на самом деле ведь за этим гораздо больше стоит, да, больше за этим предложение, да, чтобы Иисус стал чудотворцем чтобы Иисус начал, так скажем, возможности свои, да, то есть использовать, ну, так скажем, в угождение самому себе, да, опять-таки. Ну вот, и у нас нет возможности сделать хлеб из камней. но ну, мы такими не обладаем возможностями, правда же, да? Для а, нас это не искушение. Для нас это не искушение. <связывая> а да Иисус мог, да? То есть Он же реально потом накормит 5000 человек, да, 3000 человек, угу. и Он это накормит из ограниченного количества рыбок, хлеба. Вот. Поэтому что для Него это было предложение? да? Это вот только можно представить, догадываться или что. Вот. Но а, мне кажется, что Иисус был верен своему призванию. Он что-то для себя решил, друзья, что Он здесь, на этой земле, будучи Мессией, не будет использовать в отношении себя какие-то божественные преимущества, да? Они будут сокрыты. Он не будет ради себя какие-то чудеса творить, потому что он здесь как простой человек. Ну, здесь а, одно дело его внутреннее решение, стремление, ценности. А другой момент, который я хотел бы подчеркнуть, тоже в а, унисон с тем, что вы говорите, что а, вот когда мы читаем все эти моменты искушение в пустыне, то вот э, все его желания да, или все его потребности э, и действия он э, соизмерял со Словом Божьим. Так написано, так сказано. То есть вот это тоже важный момент, важный пример для нас посмотреть в этой ситуации или в этом решении, да, как мое желание, мое побуждение э, соотносится со Словом Божьим, с волей Божьей. И с принципами, да, с духом священного Писания. И вот это тоже один из примеров, который мы можем принять для себя в борьбе с искушениями или вот с внутренними своими какими-то противоречиями. Интересно, что Лукавый решил и в эту игру поиграть, и, и цитируя Псалом 90. Да, он взял на вооружение эту же тактику. Да. И пытаясь... предлагает прыгни, да, с высоты храма. Вот. Но и здесь Иисус оказался на высоте, вот все-таки что-то в нем было, он когда вырывает из контекста да. слова да. и преподносит в другом свете. Я здесь хотела бы вспомнить этот момент, что вот говоря о том, что о силе воли, о способности побеждать искушение, мы можем согласиться, думаю, что с тем, что в мире существуют люди, которые абсолютно не верят в Бога и побеждают искушение и трудности жизни силой своей воли. И мы можем прочитать много интересных историй, биографии людей и можем учиться у них, и люди ставят их в пример. Но что меняет, что отличает верующего человека, христианина, от такого человека, который просто проявляет силу воли и действительно показывает выдающиеся результаты? Во-первых, я бы сказала, что мне кажется, сам по себе человек... Победить искушение не может. Ага. Это просто невозможно. Потому что мы знаем, что за искушением стоит сила сатаны, которая в миллиарды раз сильнее нашей человеческой силы, и мудрость его сильнее нашей. Поэтому э, сила человека победить искушение в том, чтобы позволить Духу Святому жить в тебе. А э, Духа Святой войдет в твое сердце только в случае, когда ты молишься. Я, к сожалению, не помню, в каком месте, но Елена Уайт пишет в своих произведениях, что когда у человека появляется желание пригласить Бога в свою жизнь и молиться это говорит о том, что Дух Святой вошел в его сердце. Потому что без этого человек молиться не захочет. Хорошо, а если не хочется молиться, значит. Э -э, а не Елена Ваньдель тоже дух, пишет. Это, <с>... это первый том связи <с>... для церкви. Что в этот момент нужно еще, еще больше, больше молиться? Больше, больше и и она испытала, помните, при смерти ее малолетнего сына. <с>... Она очень так очень ярко пишет, что тьма настолько <с>... окружила ее, она просто ее чувствовала. И она вот пересиливая себя каким-то невероятным усилием воли встает на колени, молится, и тут она говорит, что сквозь эту тьму пробивается луч света, ну и Бог озарил ее. То есть это как раз утешил. Хороший убежал. пример, когда а, наша воля уже сдалась, или наша воля начинает входить в конфронтацию с волей Божьей. Вот здесь и как раз момент, когда нужно отдать себя Духу Святому, позволить Ему говорить, позволить Ему действовать у нас. Да, очень важно чтобы когда мы оказываемся перед выбором, принять вот это верное и правильное решение. Но это процесс. То есть это не произойдет тот момент, когда у тебя испытание. Если ты до этих пор был неверен в чтении слова, в молитве, в посещении церкви, то нельзя рассчитывать, что в момент искушения ты вдруг окажешься верным Богу и захочешь быть с Богом. Это же ежедневный процесс. Да, совершенно верно. Иисус Христос вот говорит о трудностях, с которыми встречаются христиане. И он даже э, здесь в пятой главе, ну, в Нагорной проповеди, говорит, ну, казалось бы, на первый взгляд странные вещи, говорит об удалении даже некоторых органов, mm -hmm. которые могут мешать э, христианину. Вот какой смысл Иисус Христос вот в Нагорной проповеди вкладывал вот в эти слова, когда говорил о препятствии, и о том, как можно удалить. Ну там, вы, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, если рука э, соблазняет, отсеки ее. Это гипербола. Но понятное дело, что здесь Иисус как бы хочет очень сильно и ярко проиллюстрировать определенную мысль. Да? А мысль будет одна, что грех, да? каким бы незначительным он ни был, но очень уж слишком он притягателен, да, и человек ну, никак не может с ним расстаться, он его к себе тянет, он его манит к себе, то этот грех может привести к смерти, к смерти, к страданиям. Грех приведет к тому, что у человека рухнет вся жизнь. И вот здесь, вот здесь и есть эта гипербола, да, то есть без глаза, без руки и без чего-то еще, но с Богом, да, но в праведности, расставшись вот с этим излюбленным грехом, человек победит Человек будет счастлив. Ну, интересно заметить, что некоторые христианские аскеты, сподвижники, они старались путем э, такого физического страдания преодолеть какие-то внутренние грехи, силу греха, и на это уходили годы, на это уходили э, ну такие нечеловеческие усилия, и, э, конечно же, это не тот путь, который Господь нам дает. То есть да, аскетизм вот это не не, не то, что Иисус показывает. Извините, что вас перебил немножко. Ничего. Это вот можно вспомнить Антония, да, то есть одного из первых подвижников, начальник монашества, который ушел в пустыню, боролся он с искушением, да, то есть, и он пишет, или там о нем пишут, что по ночам сам станок к нему приходил, да, то есть он, 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 он думал, что он уже победил это угу. искушение, да. Угу вдруг стали люди приходить к нему. И он обнаружил опять свою слабость и ушел еще дальше в пустыню, да, в этой самой борьбе. Я думаю, что здесь это бесперспективно. Силу греха человек не победит. Здесь только влияние Святого Духа. Да, не зря Иисус Христос в Нагорной проповеди уделяет духовному значению закона очень большое внимание. И, и здесь он говорит о том, что, как уже было сказано, используя вот эти гиперболы, на самом деле искушение имеет огромную силу, и мы уже и на примере Иисуса Христа, и других примеров, других личностей в священном писании, мы видим, как, если можно так сказать, изощряется Сатана, дьявол, чтобы искусить человека, чтобы найти подход. И как уже мы рассматривали искушение Иисуса Христа, естественно, мы подвержены другому искушению. К примеру, если человек делает только первые шаги, вероятно, у него была какая-то зависимость. Он курил. А для него это искушение, потому что он только недавно эту привычку бросил и, вероятно, с ней борется а вот прошли годы человек уже на протяжении многих лет живет христианской жизнью он ушел далеко от этой привычки и даже если бы кто-то попытался искусить его и предложить ему сигарету я думаю что вы обладая уже многолетним христианским опытом уверены в том что для христианина духовного человека обладающим, вот этой крепостью духовной для него это уже не искушение. Для него искушением может стать что-то другое. Но Наверное, возгордиться, проблема отношений с другим человеком и вероятно множество других проблем. Вы знаете, что хочу сказать. Ну, как человек, который когда-то жил вполне себе светской жизнью, да, то есть я обратился к Господу в 28-29 лет. Могу сказать, что вот эти, скажем так, предложения изнутри, которые тебе откуда-то вдруг возникают там, к нездоровому образу жизни, да, то есть они очень слабые, да, но в любом случае они присутствуют в человеке. И если человек ослабит свою связь с Богом, то тогда они начнут, эта сила начинает в тебе вдруг возрастать. А потом проявляются какие-то обстоятельства в жизни, где ты стоишь и реально, перед выбором тебе вновь вернуться к этому, да? Или остаться верным. То есть вот эти вот моменты, они все еще сопровождают. Да, бороться легче, если ты какое-то количество уже длительное не курил там, да. И как бы позыв этот легче блокируется. Но он остается в любом случае. Мне кажется, вот мы подошли как раз к такому моменту, где наш урок рассматривает человека как составляющая трех, трех его сторон, личных качеств. Да? Во-первых, мы говорили о разуме, что Дух Святой работает через разум, меняет его, освещает его, преобразует, меняет, меняет твое мировоззрение. Потом мы говорили о силе воли, что разум и воля должны работать вместе. Угу. И пятая глава, вот 29 стих, который вы сейчас упомянули, говорит нам о том, что у человека есть еще другая сторона, это эмоциональная его жизнь. То есть и здесь 29 стих, 30, мне кажется, говорит как раз-таки о том, что да, у человека у человека есть чувства, они его тянут в одну сторону, но ты должен быть, у тебя должна быть направление и цель. Тебе хочется вот этого, да, но ты оторви себе руку и повернись в ту сторону, где Господь, да. То есть не позволяй своим эмоциям, своим чувствам преобладать над, над разумом и над твоей волей, которые говорят тебе, где правда и где истина, который влек, над которыми работает дух святой. Христианская жизнь – это это борьба. И, естественно, у нас возникает вопрос, а как же быть успешными в этой борьбе? Что требуется от нас? Как вот продвигаться вперед, как говорит апостол, как подвязаться, чтобы быть успешным христианином? Ну, здесь вот интересно, как раз подвязаясь, да, или стремясь, апостол Павел часто использует термины из сферы спорта, соревнований, где сподвижники или спортсмены, атлеты, они тренируются, они готовятся, они себя настраивают. И нечто подобное есть и в христианской жизни. Да? Есть тоже определенные дисциплины, мы даже называем это дисциплины, которые формируют нас, которые помогают нам поддерживать или укреплять, восстанавливать да, вот то благодаря чему мы можем сопротивляться греху. И это ну, уже тут звучала дисциплина а, чтения Слова Божьего, а, молитва, да, пребывание в собрании. Но есть еще одна дисциплина важная, которую я хотел бы подчеркнуть. Это служение. Служение кому-то, служение для кого-то, когда ты отдаешь когда ты делишься, когда ты, может быть, вопреки своим желаниям, вопреки своим побуждениям, нуждам, ты как бы ради кого-то что-то делаешь. И вот можно еще что-то добавить, какие-то еще такие дисциплины. Но вот необходимо в своей христианской жизни быть дисциплинированным, быть настойчивым и воспринимать это не просто как наитие, что-то естественное, а то, что мы как бы своим усилием воли, своим разумом, пытаемся вместе с Богом воспитывать, восстанавливать. Я бы здесь добавила то, что мы уже говорили об этом, о свободе воли. Свобода воли она дает человеку осознание чувства ответственности. То есть, приобретая, осознавая, что ты имеешь свободу воли, быть с Богом или нет, угу. ты берешь на себя ответственность, оставаться с Богом. Ты отвечаешь за это сам. Ты не жертва, не кто-то тобой управляет. Ты управляешь своей жизнью, и ты выбираешь быть на стороне Бога. И это выбор каждого дня, и это процесс каждого дня. Апостол Павел, и в ключевом тексте здесь он говорит о подвязании и в том числе о настойчивости. Угу. Вот в Священном Писании мы находим удивительный опыт Иакова, когда он боролся с Богом. Мы читаем об этом в 32 главе книги «Бытие». Вот что вы можете вспомнить вот о его настойчивости? К чему привела настойчивость Иакова? Что в итоге вот этого взаимодействия с Богом, борьбы с Богом, что в итоге он получил? Очень это глубокая тема. Я не знаю, я не думаю, что у нас есть время для нее, да? Вот. Борьба Иакова, конечно, это борьба не только с тем, кто пришел к нему ночью. Некто написано в Священном Писании, он так и не понял, кто это пришел. Вероятнее всего, принял его за лазутчика, потому что в этот момент он движется к Исаву, брату своему, и получает известие о том, что он идет с войском, 300 человек вооруженной охраны. Это, конечно, вселяет ужас в его сердце. Несмотря на все обещания Бога, что он его сохранит, да, и вот ночью да, он остается один, значит, скорее всего, в смятенных чувствах. И когда видит этого некто, начинает с ним бороться. Да? Борется до восхода солнца, потом увидел, что это ангел Господень, и что? Начал просить благословения. Вот. И Господь, увидев такую настойчивость, дает ему новое имя да, – Израиль. Потому что имя Яков подразумевала запинатель, да, ну или такой вот, мы можем еще сказать хитрован, да, хитрый человек, да, который может подставить подножку, да. Теперь у него другое имя, а значит и другая сущность. А значит и то, что вот эта борьба, эта ночь, как бы борьба с Богом в нем произвела что-то, что-то новое, да, то есть он, он что-то новое вдруг в себе увидел. И еще и получил э, проблему, Господь коснулся бедра, да, и он стал хромать, как, наверное, знак завета, знак этой борьбы на всю жизнь. Э, вот эта настойчивость привела Якова к откровению, к чему-то новому. То есть он был настойчив как в нехорошем, пытаясь добиться а, каких-то своих чел Когда человеческих да. целей, да, плотских. И с другой стороны, эта настойчивость и это качество также помогало ему в отношениях с Богом, быть настойчивым в получении духовного, духовных благословений. Стих 3,6 из Икиля, 36 глава 26-27 стих, говорит, что «И дам вам сердце новое, и вложу внутрь вас дух мой». Вот в этой борьбе ночью Иаков получил новое сердце. Он поменялся как человек. И как мы уже говорили, что если до этого он пытался что-то своими силами добиваться, то в этот момент он понял, что без Бога он никто. Вот он ухватился за Бога, он боялся брата. И он понял, что без Бога ничего не получится. Брат победит его. Но только присутствие Бога давало ему надежду на спасение. Поэтому он и ухватился за Бога, и сердце его поменялось. Да, Господь силен совершить многое в жизни человека. Сегодня мы с вами поговорили о подвязании силой Божьей, и мы увидели, снова таки посмотрев на жизнь христианина, что это жизнь борьбы, но Господь всегда с христианином ему важно поддаться действию и влиянию Святого Духа, принять правильное решение, и Господь пошлет благословение, точно так, как это было в опыте Иакова. Он был настойчив и сказал Господу, не отпущу тебя, пока не благословишь. Если мы будем настойчивыми в нашем взаимодействии с Господом, Господь и нас благословит. Да благословит вас Господь и поможет, чтобы вы жили успешной христианской жизнью.